Новости Богородского района. Богородская43.ру. 9 марта 2018 года в поселке Богородское прошли традиционные районные соревнования среди охотников. На старт вышли 15 человек. Несмотря на мороз и ветерок, к финишу вернулись все. В личном первенстве победителем стал Николай Смирнов, вторым был Андрей Банников, третьим – Сергей Комаров. Все они сотрудники МЧС. Следовательно, в общем зачете кубок достался сотрудникам пожарной части 27. Спонсорами соревнований выступили предприниматели Юрий Исупов и Дмитрий Ситников. Блин, красота, солнце, свежий воздух, снежок скрипит, просто чудо. Все. Давно я на лыжах и в биатлоне вообще очень давно не участвовал. Ну, боевое настроение, думаю, что наша команда какое-то призовое место займет. Спасибо. Так, вкусно. Я попал! Вот, я участвовал. По последнему попал. Уже не было. Три раза. Я думаю, что наша команда должна взять последнее. Да. Еще, да чтобы вот так прошло на достойном уровне с подарками, у нас есть два хороших, в прямом смысле слова, предпринимателя. Один находится здесь, спонсоры. Это Исупов Юрий, Виталий чего там, и Ситников Дмитрий. Им отдельно спасибо. Но сказали поздно, благодарности вручим им торжественной остановки, но чтоб вы знали, что это за счет клик. Всем спасибо.